Всем привет, с вами Ваня Ловис, и мы с вами продолжаем проходить игру Sims 2 на консолях. В общем, ребят, я сразу извиняюсь за то, что так долго не было видео, и давайте сразу же начнем, собственно, продолжать проходить. Пока мы на этой локации, я думаю, нам нужно прокачать навык харизмы, еще одно очко получить, и навык механики. Поэтому давайте бежим, прокачивать навык харизмы у зеркала. То есть он прокачается, в принципе, быстро, потому что у нас всего одно очко. Сейчас мы по-быстрому его прокачаем. Вот, также получим сразу навык механики, и тогда уже поедем на другие локации, потому что здесь нам пока что делать нечего. Очков стремления нам не хватает для покупки, собственно, металлоискателя пока что. Вот, но я думаю, что мы с вами повыполняем желание и, собственно, заработаем эти очки, чтобы потом купить металлоискатель. Так, мы с вами будем изучать механику, и нам, в принципе, до 4 уровня его прокачать это недолго. Вот. В общем, ребят, я опять же так говорю, что извиняюсь за то, что не было так долго видео. По-моему, даже целый месяц или что-то типа, что-то около этого числа. Вот. Я все-таки надеюсь, что выпущу подкаст, соберусь и запишу его, потому что на самом деле очень много нужно рассказать всего. Поэтому я боюсь, что он опять будет на 20 минут, как это было осенью, если вы помните. Вот. Но я соберусь и запишу, потому что я уже писал в группе, что у меня полетел компьютер и пришлось переустанавливать Windows. Вот. Поэтому сохранения некоторые у меня пропали. Вот это сохранение я восстановил. Вот. В общем, подробнее расскажу вам, собственно, в подкасте. У меня сейчас каникулы, поэтому я постараюсь найти время и записать его вам. Вот. А сейчас мы с вами прокачали навыки, и теперь, так, за нами сейчас приедет машина через час. Окей, нам придется Сима подождать еще, собственно, пока он с работы приедет, и тогда уже поедем с вами на новую локацию. Так, давайте подождем, пока приедет машина. Так, отлично, машина приехала. Так, идем на работу. И сейчас мы с вами пока что поиграем за фару. Отлично. Так, давайте посмотрим, какие фары желания. У нее желание работать в искусстве и получить симолеоны. Так, ладно, давайте посмотрим тогда газету. Может быть, здесь будет какая-нибудь работа, точнее, работа, которая нам нужна. Вот, устроим ее, как раз-таки за это получим. Да, вот, отлично, она самая первая. Отлично. Нам нужно 12 тысяч, у нас сейчас пока что 11, как вы видите, баллов стремления. Так, нам нужно. Ну, здесь, в принципе, у нее желания все такие: пойти на работу, заработать симолеон, нарисовать картину. Но так как у нас нет мольберта, я не буду его покупать, потому что у нас не очень много денег, а деньги нам будут нужны. Вот. Поэтому мы с вами сейчас можем позвонить психологу и. Так, не это. Позвонить психологу и. Так, я опять не ту нажал. И поменять, попросить, чтобы он нам поменял желание. Так, терапевт. Отлично. Так, да-да-да. Так, ну, желания у нас нифига не поменялись. Тогда ладно, мы с вами таким образом руководим фарой. Нам нужно полностью убрать дом. У нас вообще какой-то хаос в доме. Вот, поэтому сейчас вот таким образом мы с вами пробуем убрать, собственно, дом, потому что у нас здесь дофига мусора, а, собственно, на эту локацию я не вызывал горничную. Вот. У нас здесь дофига мусора. Я на самом деле не помню, во сколько у нас приедет Сим. У нас он, получается, в двойную смену, что ли, работает, потому что вот буквально перед записью Сим приехал с работы, я ему поправил потребности и, собственно, начал записывать серию. А сейчас он опять уехал на работу. То есть это как-то странно. Вот. Также нам, чтобы повыситься на работе, нужно 5 друзей, но пока что у нас желания такого нету, собственно, чтобы повыситься. Поэтому мы не будем с вами каким-то образом заводить новых друзей.
потому что это пока что не нужно. Когда будет нужно, мы с вами это по-быстрому сделаем, и чтобы повыситься без всяких проблем. Сейчас же нам нужно только металлодетектор купить, но пока что баллов стремления не хватает. Так, давайте тогда с вами промотаем. В принципе, дом чистый, вроде бы. А нет, туалет еще нужно почистить. Почистить. Так, книгу убрать. Ну, вроде бы дом чистый. То есть получше, чем был. Вот, поэтому давайте с вами проматывать. У нас Сим, по-моему, уехал в 6 часов, в 6 PM, или во сколько, я не помню. Получается, должен в 12 приехать, или в 11, я не знаю. Так, вот эту книгу тоже убери. А, как раз мы тебя сейчас положим спать, и у нас промотается время. Но я думаю, время не очень много осталось, то есть буквально несколько минут. Так, не та кровать. А, нет, все правильно. Все, Фара, спи. Да, вот, отлично, наш Сим приехал. Замечательно. Так, добро пожаловать. Так, ну мы сейчас с вами сразу тоже поспим, чтобы время промоталось. Как раз-таки это будет очень выгодно нам. А, так, спать. И тогда уже поедем на локацию. Я вот думаю, на самом деле, куда ехать сейчас. На наш каньон или в орбитную комнату. То есть в орбитной комнате я, в принципе, могу выполнить какие-то желания. То есть там нужно, по-моему, построить комнату. И с этим можно счетерить. Так, Сим, просыпайся. Сходи в туалет. Так, замечательно. Сходи в туалет. Чтобы нам поесть не помешало. Ну ладно, я думаю, мы там с вами на месте, собственно, поедим. Давайте я сразу сохранюсь, потому что я уже, кстати, пытался записывать эту серию буквально недавно. И я приехал на орбитную комнату, и у меня просто игра вылетела. Поэтому я сейчас лучше запишусь, сохранюсь. Вот. Потому что мало ли что может быть. Потому что мы, в принципе, с вами не выполнили еще желаний, но мы сходили несколько раз на работу, заработали денег и, собственно, прокачали навыки. Это тоже немало. Так, отлично. Игра у нас сохранилась, поэтому мы с вами сейчас едем в орбитную комнату. Так. Орбитная комната. Замечательно. У меня какие-то записи, эмулятор начал показывать мне, что сохранилась игра. Раньше этого не было. Но опять же говорю, я переустанавливал буквально все на компьютере, и поэтому что там может пойти не так. Да. Окей, мы с вами приехали на место. Давайте, у нас какие-то желания у этого Сима. Я не помню, как его зовут, простите. Build Record Studio Room. Так. То есть нам нужно построить банально комнату. И здесь в этом моменте можно не трудиться, вообще можно ничего не делать. То есть нам просят построить комнату. У нас она уже есть, как бы вот эта студия. Поэтому мы ничего не будем делать. Мы просто сделаем вот таким образом. Раз. Так. Два. И три. Сейчас. Все, и мы с вами выполнили желание. То есть, видите, нам даже тратить денег особо не нужно. То есть это очень по-читерски, но все же, пусть пока что вот такая вот, я не знаю, колонна будет здесь. Потом тогда уберу ее. Мы выполнили желание. Давайте посмотрим, что будет дальше. Какое еще желание нужно? Так, купить стерео. Замечательно. Давайте купим стерео. То есть купим буквально, не знаю, самое-самое. Допустим, за 99 миллионов. И поставим куда-нибудь, я не знаю. Здесь нет таких столов. Но давайте поставим сюда тогда, на обеденный стол. Почему, собственно, нет? Вот так вот. Замечательно. Так, у нас... Ребят, мы почти с вами заработали 12 тысяч. То есть нам нужно еще 207 миллионов. Так, у меня какая-то фигня сейчас на эмуляторе вылетела. Я не знаю, что это. Так, нужно пригласить Сима.
Окей, давайте пригласим. А, у нас телефон есть. Так, приехала машина. За кем? За нашим, что ли? Симом опять? Или что? Неужели опять на работу? Так, нет, это не за нами. Это значит, здесь какие-то симы работают. Нам нужно позвонить, да? Я не вижу, на самом деле, телефона пока что. Нам нужно его, наверное, будет купить. Да, давайте купим телефон. Это где-то здесь. Да, отлично. И пригласим Сима. Нам нужно любого пригласить Сима. Давайте Фару. Так. Мы ее пригласим. Да, отлично, она придет. Мы с вами... Все, ребят, у нас с вами есть 12 тысяч, и мы теперь можем купить металлодетектор. Вот, но я не знаю, где его можно будет купить, на самом деле. Так, появилось новое желание купить компьютер не меньше, чем за 2000 симолеонов. У нас всего с вами 2000, вот. А металлодетектор стоит, я не помню сколько, но тоже немало. То есть нам нужно выбрать сейчас, что купить. Металлодетектор стоит 1200. Замечательно. В общем, я думаю, что сейчас мы с вами, наверное, пока что оставим эту локацию. Так, у нас здесь нет желаний. У нас только у этого Сима, собственно, желание. Но пока что у нас нет 2000 симолеонов, и поэтому, как только они появятся, мы сюда приедем и тогда купим то, что нужно, компьютер. Вот, а пока что я думаю, что мы нашим Симом... так, это же не за ним приехала машина, потому что я не пойму. Мы же только были на работе. Вроде не за ним, то есть он не идет сюда. Так, да, надо Сима покормить. Давайте покормим. Покормим. И поедем на наш каньон. Блин, что я сделал? Что я сделал? Так. В общем, ладно, давайте попробуем приготовить какой-нибудь салат, чтобы он... Так, что-нибудь необычное. Давайте. Так, у нас все закрыто почти что. Так, лама, какая-то фигня, какая-то фигня. Окей, давайте... Я вроде запомнил картинки. Лама. Сейчас, если я найду ее. Лама. Так, нет, у нас нету. Что это? Это трюфель. У нас нету трюфеля. Поэтому мы с вами сейчас просто приготовим какой-нибудь, я не знаю, салат. То есть вот это, вот это, вот это, вот это. Я думаю, салат так вишню можно, в принципе... Ну ладно, пойдет. В общем, что-нибудь из этого сейчас приготовим. Я думаю, что должно получиться что-нибудь хорошее. Вот, салат. Приготовим, поедим. Что? Я прогулял? Серьезно? Меня хоть не уволили? Так, нет, меня, слава богу, не уволили. Но я прогулял работу. Ребят, вы сами видели, что действие не появлялось. Почему Сим не шел? И почему мы работаем так часто? Я не понимаю, реально, мы несколько, получается, в один день несколько раз ездим на работу. Это как-то странно, вы не находите? Ну ладно. Так, давайте я еще раз сохранюсь. Так, и сейчас мы с вами едем на каньон наш, потому что там тоже есть Сим с желаниями. Так, Sunset Canyon. И там уже будем покупать наш металлодетектор, чтобы найти какие-то сокровища. Я, кстати, вот когда сам играл, я находил всякие штуки, то есть с этим металлодетектором надо ходить, вот. Находил всякие штуки, какую-то лапу, по-моему, я находил, не помню. Ну, в общем, сейчас посмотрите. Так. Мы с вами приехали на наш каньон. Так, давайте я поменяю музыку, включу поп-музыку. Я надеюсь, что YouTube не будет жаловаться на авторские права. Так, стерео, change station, pop. Во, отлично. Так. А нам нужно купить металлодетектор. Окей, покупаем. У нас хватает денег, хватает... у нас есть все, что нужно. Так, металлодетектор. Вот он.
Покупаем его, поставим куда-нибудь сюда. Отлично. И я так думаю, у нас сейчас появится желание какое-то с ним связанное. Найти трэшер, то есть сокровище. Ладно, давай бери детектор. И мы сейчас с тобой пойдем искать сокровища. То есть, ребят, если вы играли в My Sims, принцип абсолютно такой же. Так, у нас уже белым загорелось. Так, синим. То есть, белое это у нас, я так понимаю, где сокровище, да? То есть, или что? Так, подождите. Где-то здесь было белым. О, парамор. Вот здесь это было белым. Блин, где же ты? Может быть, на кладбище какое-нибудь сокровище будет? Так, пока что ничего нету. Я не понимаю, как вообще это работает. Так. Слышу, какие-то звуки от него исходят. Он на смерть ходит. Так, вот. Ага. Ну, пока что у нас нет действий никаких выкопать его. То есть, где-то вот в этой области. Блин. Ну и что нам делать? Пока что ничего нету. Боже. Ребят, мы так, походу, будем очень долго ходить. Отлично, ребят, у нас появилось с вами действие. Выкопать. Ну, давайте попробуем. Мы нашли с вами сокровище. Кэп. Что? Кэп это что у нас? Ботл-то бутылка? Что-то мы нашли, короче. Окей. Надеть костюм. Вот, ребят. Так, отлично, ложи эту штуку. Помните, я вам, когда мы только сюда приехали, говорил про шкаф, вот этот, в котором можно переодеваться. Вот, собственно, я вам говорил, чтобы вы мне написали, чтобы я вам показал. Здесь есть очень много костюмов, поэтому давайте сейчас, собственно, посмотрим. У нас есть... мы можем надеть вообще ничего, то есть ходить голым, надеть пижаму, надеть костюм панты, надеть... как это сказать, космический костюм, надеть костюм Йети, костюм робота и нашу с вами рабочую одежду. Так, ну что ж, давайте что-нибудь уже... Давайте костюм панды. Отлично. Я, кстати, не помню. Да ладно. Да ладно, ребят. Офигеть. Офигеть. Посмотрите на это. Лол. Просто. Это божественно, ребят. В общем, давайте, ребят, я думаю, что... я еще не заканчиваю серию. Мы с вами, может быть, в следующей серии тогда посмотрим полностью все костюмы, если я не забуду. Потому что здесь, как видите, немало костюмов, и мы с вами все их посмотрим. Вот. Так, окей, будем пока что бегать в костюме панды. Нам нужно что? Приготовить еду в общем, вот этому чуваку. У нас... Нет холодильника, нам придется его покупать, да? Ладно, давайте купим холодильник, потому что, собственно... Так, подождите, или у нас где-то был холодильник? Вообще, кухня у нас была здесь? По-моему, я не видел, чтобы у нас здесь была какая-то кухня, что-то на этом... что-то в этом роде. Так, и за нами машина опять приедет очень скоро. Окей. Давайте купим холодильник самый недорогой, и нам придется еще купить... холодильник стоит 500. Ну ладно, давайте купим, приготовим еду и сразу тогда продадим его. Так, и вот такой вот столик нужно, чтобы, собственно, мы с вами смогли приготовить еду. Так, давайте по-быстрому, пока не приехала машина, приготовим еду, возьмем... Так, нет. Возьмем общие ингредиенты и по-быстрому приготовим ту же шабу-шабу. Давайте, оно недолго готовится. И потом дадим, собственно, ему еду. Так, Red is here. Где ты? Red is here. Это же ты? Подожди.
Так, это здесь у нас, да? Ретосхер, да, это он. Нам придется его разбудить. Так, машина приехала, черт. Так, Сим, подожди, подожди, подожди. Не ешь еду, это его еда. Блин. Так, сейчас мы с вами попробуем по-быстрому отдать ему еду. Боже, боже, боже. Потому что если мы опоздаем на работу, будет очень плохо. Очень плохо. Так, боже, где дверь? Ладно, ладно, ребят. В общем, пойдемте на работу, потому что на самом деле главное, чтобы нас не уволили. Окей, то есть потом выполним это желание. Так, все, Сим, вали. А мы пока что с вами поиграем Red is Here там. Нам нужно купить гитару. А нет, поиграть на гитаре. Да. Что у нас здесь? Здесь у нас с вами ничего. Так, но гитару нам придется покупать. Я, кстати, не помню, сколько она стоит. Нам нужно очень много денег заработать. Потому что нам нужно купить компьютер не менее чем за 2000 симолеонов. И купить гитару. Так, сейчас я найду. Гитара у нас стоит 1500, то есть нам нужно 3000 симолеонов, это как минимум, чтобы выполнить вот эти вот желания. Вот. В общем, ребят, пока что я не знаю, чем можно тут заняться, поэтому давайте на этом закончим, на этом моменте. Если вам понравилась эта серия, то поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал, потому что эта серия была очень богатая на, собственно, желания. Мы очень много здесь выполнили желаний. Вот. Надеюсь, что следующая серия будет очень скоро. Я знаю, что вы ждете истории о питомцах. Я постараюсь заново скачать игру и проверить, работает ли сохранение или нет. И тогда в группе вам уже напишу. Вот. Ну а с вами был Ваня Ловис. Если вам понравилось, опять же, это видео, то поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал и не забывайте писать ваши комментарии внизу. С вами был Ваня Ловис. Как уже раз говорю, не знаю. Увидимся. И, в принципе, 100 симолеонов это не так уж и много, поэтому мы с вами возродились. Отлично. Станцевать на могиле Шейлы. Ничего. Окей, пойдемте. В принципе...